Ульяновские дорожники готовы устранить последствия апрельского снегопада. Для расчистки и обработки проезжих частей подготовлена 21 комбинированная дорожная машина, вновь оборудованная отвалами и разбрасывателями реагентов. 4 мая в концертном зале детской школы искусств имени Варламова состоится 3-й всероссийский фестиваль-конкурс «Джазовая весна». В нем смогут принять участие воспитанники детских школ искусств, музыкальных студий, учащиеся и студенты СУЗов и ВУЗов, а также профессиональные музыканты. Заявки на участие в фестивале-конкурсе принимаются до конца недели. Ульяновские кудаисты завоевали на первенстве России 7 медалей. В копилке юношеской сборной Ульяновской области 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовая награды. С золотом вернулись домой Вадим Нестеров и Джалал Балашов. Серебряные награды в упорной борьбе завоевали Владислав Тимиров, Роман Лейбель, Даниил Дырдин и Диана Алеева. Бронзовым призером престижных соревнований стал Никита Краков.